Привет, я в городе Полярная Зоря. Сейчас время, пока расположился в гостинице отеля «Брусники», который предназначен для туристов, которые приезжают на горнолыжный курорт Салма. То есть здесь недалеко от Полярной Зори есть горнолыжная трасса. Может быть, завтра там какой-то праздник будет в честь спортивного соревнования на приз директора Кольской атомной станции. Может, съездить, покажу вам. Полярная Зоря находится на Кольском полуострове. Город Полярная Зоря маленький. Его можно обойти в течение часа вдоль и поперек. Численность населения всего 14 тысяч человек. Сейчас 10 утра и на улице темно. Но сейчас световой день увеличивается. А так 28 декабря у них полностью темно, ночь, целые сутки. То есть ноябрь, декабрь у них все темно. А рассветает где-то в 12 часу и в 3 часу начинает опять темнеть. То есть в 5 часу уже все темно. Ждите следующее видео экскурсии по городу Полярная Зоря. Я нахожусь сейчас, отель «Брусника» находится по адресу Ломоносова 4. Там это Невский проспект, такая центральная улица. Если по ней дальше идти, то там доходишь до администрации города, центральной площади. Она более-менее украшена. Вчера вечером ходил. В общем, до встречи в следующих видео. Кстати, отель неплохой. Но меня поселили в такую комнату, где 3 койка места. Но я пока один живу. Завтра иду смотреть квартиру. И, скорее всего, я переселюсь отсюда. А общая кухня здесь. Wi-Fi бесплатный. Кабельное телевидение. Чайник. Туалет, душевые общие, но все чисто, жить можно. Так что, если соберетесь в Полярной Зоре покататься на лыжах на Салме, то перекантоваться можно здесь. По-моему, цены здесь не очень дорогие. Вытащит сам без полосы.